Сейчас я вам покажу, как делать массаж ребеночку, который, наверное, вы все знаете такой, но еще раз повторим. Ребеночек должен находиться в хорошем расположении духа, не плакать, быть радостно. В начале просто поглаживания можно гладить руками, ладошками, а вверх вот так вот кулачками. Ладошками, кулачками. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд, запоздалый. Из открытого окошка порассыпались горошки. Пришли куры, поклевали. Пришли козочки, пощипали. Пришли слоны, потоптали. Пришла слониха, как потоптала. Пришел директор зоопарка, поставил стул, поставил пишущую машинку и начал печатать. Я директор зоопарка, у меня жена и дочка. Вжик, точка. Прочитал, ему письмо так не понравилось. Он стал его мять и выбросил. Второе стал печатать. Я директор зоопарка, у меня жена и дочка. Вжик, точка. Не понравилось ему второе письмо, он тоже начал его мять и выбросил. Третье письмо стал печатать. Я директор зоопарка, у меня жена и дочка. Вжик, точка, прочитал. Письмо ему очень понравилось. Он взял конверт, налепил на него много-много марок и отправил в почтовый ящик. В конце массажика можете ребенка погладить, это так, ну, классно будет, здорово, да? А, массажик этот запомнить очень легко, потому что вы его озвучиваете, ребенок вас также слушает, ему интересно. И движения, которые вы выполняете в массажике, они очень похожи на то, что вы говорите. Успехов вам, ну, удачи!